Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео расскажу, как я подкармливаю высаженную рассаду огурцов, какую даю первую и очень важную полноценную подкормку. После подкормки огурцы активно пойдут в рост, начнут быстро развиваться, и дальнейшее развитие огурцов будет правильным, что повлияет на богатый урожай огурчиков. Если вы только высадили рассаду огурцов, дайте ей 3-4 дня прижиться, и далее уже можно подкармливать. А если вы высаживали методом семечка сразу в грунт либо в теплицу, то можно подкармливать, когда уже появляется 3-4 настоящий листочек. В это время как раз корневая система начинает активно развиваться и способна усваивать все питательные вещества, все те подкормки, которые мы будем вносить. Данная подкормка прекрасно стимулирует вегетативный рост растения, улучшает почву, то есть обогащает ее полезными бактериями. А также корневая система становится более мощной, активно начинает расти, увеличивается в размере. Улучшается выносливость культуры и повышается иммунитет к неблагоприятным погодным условиям. Допустим, засухи и к резкой перемене температуры. Итак, давайте приступим. Нам понадобится литр воды. Желательно, вода будет комнатной температуры, либо более теплой, и дрожжи. Дрожжей нам нужно 5 грамм на 1 литр воды. Здесь у меня уже половина, и я буду высыпать воду. Для нормальной жизнедеятельности дрожжей необходима теплая температура. Хотя поберите воду, которая комнатной температуры, но не холодную. Эту подкормку лучше всего применять в теплые дни при достаточно прогретой земле. Например, если температура очень низкая, то подкормка работать не будет, потому что полезные грибы в такой среде не развиваются и не работают. И нам понадобится чайная ложка сахара на 1 литр воды. С помощью сахара дрожжи начинают активироваться, и после полива в почве создаются более благоприятные условия для развития мощной корневой системы. Нужно настоять примерно 1-2 часа и далее развести на 5 литров воды. Поливаем под корень примерно по 200-300 мл на один кустик. Если кустик уже более взрослый, то примерно такая дозировка. Если еще рассада очень маленькая, то поливайте по 100-150 мл. Поливать нужно один раз в 10-14 дней, примерно 2-3 раза, не более. Можно поливать 1-2 раза за сезон в целом. Смотрите на состояние ваших огурцов. Поливать нужно по влажной земле. Помимо дрожжевой подкормки, также нужно вносить калий и кальций, потому что при внесении дрожжей все эти элементы очень часто из почвы поглощаются, и в результате растение может испытывать недостаток некоторых элементов. А на сегодня это все. Всем спасибо!